Sega. Капрал Дуэйн Хиггс, CQ-404-821-5-9. Сигнал бедствия. Мое подразделение понесло большие потери на LV-426. Оставшиеся в живых находятся на борту Сулака. Срочно требуется помощь. Выжили. Капрал Хиггс, одна женщина, одна девочка и андроид. У андроида критические повреждения. Всех морпехов, отправленных на LV-426, можно считать погибшими. Повторяю, все морские пехотинцы, отправленные на LV-426, погибли. Подъем, морпехи! Это не учебная тревога, а мы уже не в Канзасе. Всем встать! Информация для новичков. Я капитан Круз. Вы экипаж Сифоры, моего корабля. 17 недель назад десантный борт Сулака подал сигнал бедствия. Рина-2-3 ушел первым. Они встретили ожесточенное сопротивление. Вы последний из батальона, кого достали из заморозки. Так что не ныть, мы и так дали вам поспать подольше. Готовьтесь к бою. Всем быть в ангаре через 20 минут. Назовитесь. Капрал Кристофер Уинтер, 118-й батальон, на борту Сифоры. Капрал Уинтер, прикрепляю тебя к Рина-2-1 для спасения 2-3. Как настроение, парень? Все нормально, капитан. Но я беспокоюсь за 2-3. Вот и хорошо. Давай догоняй 2-1. Они постараются добыть черный ящик Сулака и выяснить, кто все это устроил. Сэр, что там было? Мы обосрались. Ну что, господа и дамочки, на борту корабля колониальной морской пехоты США «Сифора»? Внимание! Прямо сейчас Рино-2-1 и Рино-2-3 ведут бой. А мы, морпехи, своих не бросаем. В течение 2 часов мы отправим к Сулака несколько спасательных шлюпок и начнем операцию. Сэр, в последний раз Сулака засекли над Фьюри 161. Как корабль оказался у этой планеты? Лейтенант Рид, спасибо, что перебили. Как эта корыта сюда попала, неизвестно. Нам важно, что там гибнут наши морпехи. Ситуация напряженная. Новую информацию будете получать по мере поступления. Готовьтесь к бою, морпехи! Ура! И к черту! Ура! Слушай сюда. Мне нужна только информация. Никаких подвигов, никакой ерунды. Будешь моими глазами. Докладывай обо всем, что видишь, чтобы я знал, чего ждать. Понял. Передайте Рино-2-1. Двигаюсь в их направлении.
Рейдер, что, черт возьми, там происходит? Рейдер 6-5, вы уже взлетели? Взрыв на Сулако! Давление падает! Это Рейдер 6-5. Соединитель качает воздух в черноту. Тут все на соплях, сэр. На соплях? Рейдер, доложите по форме! 20 минут до полного обрушения. Вырубите эту штуку. Уинтер, слышал? Доберись до другой стороны, и мы отрубим эту штуку. Продолжаю движение к Сулаку. Прием. Сефора, это Анил. Здесь погибшие и раненые. Немедленно пришлите медика для оказания помощи раненым морпехам. Рино 2-1. Не выйдет 2-1. На нашей стороне заклинило шлюз. Мы не можем использовать соединитель, это слишком рискованно. Действуйте самостоятельно по обстановке. 2-1, как там дела у 2-3? А, Уинтер, смотри-ка, он и тебя прислал. Ну что ж, раз такое дело, доставай датчик движения и скажи, что ты видишь. Вижу вас двоих. 2-3 на юге. За ангаром, возможно, они что-то ремонтируют. Вижутся? Нет. Стоп. Неопознанный сигнал. Что-то движется. Черт. Сефора, судя по всему, 2-3 заняли позиции. Или убиты. Передвижение неопознанных объектов. Возможно, на морпехов напали. Так, сейчас мы с Уинтером. Черт. Сефора, я следую по направлению к 2-3. Парень, помни, что я говорил насчет геройства. Конец связи. Сэр, тут по палубе буквально размазана половина неопознанного андроида. Которая половина? Ну, говорить она точно не может. Тогда найди разговорчивую половину. Конец связи. Отстрелянные криокапсулы. Жуткое пробуждение. Капитан, вы это видите? Гаррет. О боже, нет. Что за... камера? Меня отсюда! Стреляй, мой кукман! Стреляй, мой кукман!
Давай, давай! Давай! Сифор, это Уинтер! Я обнаружил Кинзу и Зерина 2-3. Вокруг вижу тела, но не все. Одного или двух морпехов из 2-3 не хватает! Они что, погибли? Погиб. Не ссы, я тебя вытащу. Уинтер, бери тех, кто остался, и отступай к остальным 2-1 возле ангара. В бой не вступать! Сэр, это Киз из 2-1. У нас было задание добыть черный ящик Сулака. Сынок, я сам отдавал тебе этот приказ. Но все уже кончено. Просто возвращайся. Мы должны узнать, в чем дело. Для этого нужен черный ящик. Сэр, при всем уважении... Уважение означает, что ты заткнешься и будешь выполнять приказ. Конец связи. К черту приказы. Черный ящик совсем близко. Возьмем его. Потом прибудем к Рино 2. О'Нил, ты все еще там? Дерьмо. Парни, возвращайтесь. Нет. Дай нам 10 минут, мы возьмем черный ящик. Морпехи не должны погибать зря. Даю вам 5 минут на все про все. Киз, постарайся найти Беллу. Ура и к черту, морпех. Постараемся. Спасибо, О'Нил. Спасибо. Здесь кто-то есть. Черный ящик у нас. 2 минуты. Кейс, лови! Уэтер, понял тебя. Нервничать потом будем. Возвращайтесь. В черном ящике должны быть данные о том, что произошло на Сулаке. Если мы его доставим, неизвестно еще, что выяснится. Внимание!
зеленую дверь! Оружие к бою! Да-да, есть, есть! Включаю отмычку! На Сифору. Парни, задание выполнено. Рино, уходим, уходим! Уинтер, пошел! Мы потеряли черный ящик. Киз. Он был у Киза. Все к черту. Ну, мы-то живы. А это уже кое-что да значит. Говорит Сифора, вы меня слышите, 2-1? Что произошло в соединителе? Сифора, слышу вас хорошо. Мы потеряли Киза. Кажется, у него в груди что-то взорвалось. Уинтер с тобой? Так точно, сэр. Что думаете про случай с Кизом? Все наши птички класса Шайн уже сбились в стаю и спешат к вам. Там почти 80 морпехов, им нужно где-то высадиться. Ангар вышел из строя, но есть место в грузовом отсеке. Понял. Направляемся к грузовому отсеку. Конец связи. Что-то не так. За мной. Сифора, высылаем вам запись. Сэр, эта штука не принадлежала десанту. На ней видна маркировка VU. Сохрань Господня. Что? Судя по датам, все записи сделаны после того, как мы получили сигнал от... Как там его? Капрал Хиггс. Сифора, это 2-1. Что об этом скажете? Сэр, на корабле есть еще кто-нибудь? Бишоп выходит на связь с ВЮ. У нас нет времени играть в детективов. Возвращайтесь в грузовой отсек. Оба! Конец связи. Боже, ну мы влипли. Сифора, говорит Белла из Рина 2-3. Слышите меня? Слышу, 2-3. Доложите обстановку. Я очнулась, подавившись какой-то тварью, типа паука. Сидела у меня на лице. Мертвая. Сэр, я отстала от своей группы. Есть какие-нибудь вести от моих парней?
Остальные бойцы 2-3 считаются погибшими. Прости, детка. Выжившие из Рина 2-1 направляются к грузовому отсеку. Можешь туда добраться, 2-3? Что? Дармит? Чиз? Сифора, я что-то плохо соображаю. Даже не знаю, как туда добраться, сэр. Ты последняя из Рина 2-3. Постарайся вернуться живой. Конец связи. О'Нил, в чем дело? Похоже, это Белла. Она у нас с ней. Ну, что у вас с ней? Спали с ней. Отвянь, бойскаут. Thank you.
Сулако, мы прибыли в первый грузовой отсек. Если дойдем до центра управления, откроем двери и выбросим эту дрянь в космос. Что за бред? Ничего не делай без меня. Сверху! Закрываются автоматически, так что поторопитесь. Да чтоб мне в кофе нассали. Так, все, держись. Сифора, из-за Уинтера я поцарапала свой любимый корабль. Другого у нас нет. Через пару минут корабль будет под контролем морской пехоты, так что идем искать Беллу.